У эфира программа «Новины региона». У студии Катерина Городницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску. Глядите. Тиминуя еще раз. У Могилеве снова объявлены оранжевый уровень небезпеки. Ад и да, кольки будет каштовать собрать школьника. У аблвыканкаме подлечили споживецкий минимум. Распрацовали у областным центре перепис насельництва Беларуси в 2019 году пройдет под логотипом могилючан. Крыху меньше за 2 тыдні застается до уступления у силу указа президента Республики Беларусь об державной подтримке громадян при будовництве, реконструкции жилья. У додаток до існуюшей системы вводится новый вид подтримки – державные адресные субсидии для громадян, которые мають потребу у поляпшенні жильевых умов. Згодно документа, субсидии будут давать на выплату процентов за користание кредитом те его основной суммы. Кредит на будовництво жилья можно отримать у коммерцийным банку, однако на субсидию треба иметь правы, которые прописаны указом президента номер 13 от 2012 года. По республике вызначены 46 домов на 4000 квартир, где и смогут побудовать квартиры громадяне. До речи, на Могилевщине у первом полугодии организациями усіх форм уласности побудовано каля 2000 новых квартир. Уведено больше за 140 тысяч квадратных метров жилья. А непосредственно для громадян, которые имеют потребу, уведено 67 тысяч квадратных метров, что амаль 50% от агульного объема. Перепис насельництва Беларуси в 2019 году пройдет под логотипом, который распрацовали у Могилеве. У Национальном статистическом комитете Беларуси подвели выники конкурсу на лепший слоган и символ, мающий отбыться кампании. У якості логотипа перемог малюнок створений работниками статистичного управления Могилевской области. Причем его авторами стали не профессиональные дизайнеры, а аматоры. Главный экономист отдела статистики Наталья Круталевич и начальник отдела демографической статистики Алена Красовская. На логотипе от могилевчан намалевана карта Беларуси, национальный орнамент, кветки и люди. Логотип уже накировали у друкарню. Обрали и лозунг перепису 2019-го. Ён гучит так. «Погляд на сучасность – крок у будущую». Его пропоновало юридичное управление Белстата. Нагадаем, апошний перепис насельництва в Беларуси проводили у кастрычнику 2009 года. По его выниках у Могилевской области налічывался 1 099 374 человеки. З их 514 тысяч мужчин и 584 тысячи женщин. Как изменилась демографическая ситуация в регионе, покажет перепись насельства в 2019 году. До тирабления льна приступили у сельнозаводы в области. На Могилевщине, нагадаем, их 4 – у Хотимску, Горках, Шклове и Мстиславе. Культуру, якую называют еще белорусский шелк, вырошивают только заводы и на площах, что арендуют у сельгаспредприемствах. Терабить лен значит рвать его с земли разом с корнем. По словам специалистов, льно-соломка будет лежать на поле, покуль не перетворится у льно-трасту. При сприяльных умовах, теплое надворье и ранешняя роса, про 2 тыдні можно будет сбирать культуру у рулоны для дальнейшей перепроцовки. Летось, до прикладу, за засухи процесс вылеживания тягнулся месяц. Если хороший лен, то его несложно убирать. А если где полеглый, там, покрученный, смотря погода, а если длинный хороший, то его хорошо убирать. Насенье еще не поспело. Лен убирают, как кажут, на зеленец. По словам аграрию, это технологичный прием, який на тротину дозволяет вогуле скоротить термин уборки белорусского шелку. Специалисты удокладняют, менавіта на этом поле лен посеяли наприканцы красовика, потом ударили морозы, что поплывало на развитие рослин. Меж тем долгунец вырос недренный. По сравнению с прошлым годом это видно на урожай. Ну, это достойно. От 80 до метр, ну, в общем, это 10, это считается, это оптимальная, это длина, это при которой можно получить это положительную, это рентабельность, это производство. От возделывания, от условий льна, от приготовления, это льно тресты, от уборки, от хранения и от переработки. Вот это именно, в общем, это составляющая, это что влияет на качество льноволокна. Мы приступили до уборки, это фазу, это зеленой спелости. У Могилевской области лен посеяны на площади каля 8,5 тысяч гектаров. Его тирабление только началось, а на некоторых полях культура еще поспевая. Татьяна Сергійчик, Віталь Алексеенко, новини региона.
Могилёвские ляльки поедут на международную выставу у Астану. Это только один из направлений у реализации сувенира у Могилёвской фабрики мастацких выработок. Как частки концерну Белмастацтва промыслы. Специализация фабрики менавіта на сувенирах с соломки и льну, которые користаются попытом и ценятся не только у Беларуси, але и за мяжой. У месяц тут выпускают продукции на 25 тысяч рублей. Мы берем льняные нитки и крутим. В две веревочки, в три, ну, разной толщины. Потом вот на болванку берем бумажку и накручиваем. Потом они получаются такие пустотелые. Заготовки их потом собираем. Процесс нараджения ляльки от заготовки до кончаткового вынику довольно працаемкий, хотя за смену майстер вырабляет каля 10 штук, а то и более. Теперь у майстрыцы горячая пора. Коллекции по профессиях с национальным колоритом накируются по гандлевых объектах Беларуси и выставах. Сувениры под замову – основный заработок для фабрики. Предприемство пережило тяжкие часины, але теперь справы налаживаются. Коллектив обновляется, працовать приходит молодь. Я здесь на практике. Мне очень нравится, и меня уже пригласили сюда в дальнейшем на отработку. Я только за, мне это очень близко по духу. Я сама занимаюсь резьбой по дереву и керамикой, и собираюсь связать свой дипломный проект с куклами, поэтому для меня это очень большой шанс набраться опыта. На фабрице працуют пошивочные и сувенирные цехи. У концерне никто, окромя Могилёвской фабрики, не працует с льном и соломкой. И на это робят ставку, коли распрацовывают сувениры. За месяц тут выпускают каля 100 видов продукции. И куклы, это очень широкий ассортимент, и куклы, и птицы, и вымпела, и салфетки, и разные фигурки. Очень много делаем ангелов, фигурок по профессиям, которые сейчас пользуются спросом. Делаем очень много кукол в традиционных одеждах. Куколки появились с флажками, с белорусским, с белорусско-российским. Ну, время диктует свое, поэтому стараемся, идем вперед. И, слава Богу, живем, и промыслы наши живут. Могилёвские сувениры добра ведают не только у Беларуси. Частинку областного центру, якая заховывает тепло рук наших майстриц, с задовольнением увозят с собой туристы из Китая, Вьетнаму, Прибалтики и России. Кристина Кранкевич, Александр Тарасов, новини региона. У суботу 29 липня жыхары в области смогут традиционно звернуться с питаниями до представников улады. У Могилёве и Бобруйску, а так само во всех райвыканкамах Могилёвщины пройдут прямые телефонные линии. Например, у Могилёвским облвыканкаме у гэты раз вы можете задать свои пытания по контролю за выполнением документов типа работе со зворотами громадян и юридичных особ. Телефонование будет принимать и отказывать на их керавник справами Рыгор Воронин. Горячая линия будет працевать с 9 до 12 годин. Номер телефона у Могилёве 50 18 69. У той же час у Могилёвским гарвыканкаме разобраться с вашими пытаниями допоможе керавник справами Сергей Шинкаренко. Номер телефона для совязи 42 21 02. А у Бобруйску телефонование с вашими заувагами будет принимать керавник справами Людмила Пагуда. Ее номер телефона у Бобруйску 76 21 41. Припиночный пункт Могилёвтехмонтаж в областном центре по улице Космонавтов у накерунку площади Космонавтов будет часово закрыты на месяц с 27 липня до 25 жнивня. Это связано с работами по добраупорядкованию территории шматкватерного жилого дома, который будуется недалек. Про это поведомили у Могилёвским гарвыканкаме. У Уголовном управлении гандлю облвыканкама подлечили, кольки будет каштовать споживецкий набор для школьников. Нагадаем, с 1 по 31 жнивня у Могилёве распачнется активный гандаль школьными товарами. Место размещения кермашу в областном центре – пляцовка побач с гандлевым центром «Парк-Сити». В управлении додают, для зручности школьный кермаш будет працевать без выходных с 11 до 19.00. Тут имкнутся проставить широкий ассортимент школьных и канцелярских товаров, а так само довольно разностайную линейку школьной формы от ведущих предприемств в Беларуси. Заявки на удел у кермаши подали больше за 70 субъектов господарения Могилёвщины. Это и организации, и индивидуальные предпринимальники. Им рекомендовано гандлевать с минимальными надбавками, широко пропоновывать кредиты и растерминовки, а так само применять специальные картки для шматдетных семьев. У облвыканкаме подлечили, что минимальный споживецкий набор для навученцев молодших классов в складе 247 рублей, а для старейших классов от 300 до 583. Сюда уваход
уваходить школьная форма, обуток, канцелярский набор и навод белизна. Школьные мини-кермаши плануется проводить и у районных центрах. У Бобруйску гандлевать почали с 15 липеня. У ночь заўторка на сераду у столицы Беларуси Минску выпала рекордная за всю историю назирания колькость опадков. А вось на Могилевшине, как поведомили у аблгидрометеоцентры, умеренный дождь был только у Кличевским, Бобруйским и Кировским районе. По оценке специалистов, у Могилеве прошли неинтенсивные опадки. Тем часом на 26 и 27 липеня синоптики прогнозуют проходжение по территории Могилевской области активного атмосферного фронта. И он может принести навальницы, мощные ливни и шквалистый ветер до 15-20 метров за секунду. У Могилевском конном манеже начались спаборництвы по выездцы. Дитячий турнир – апошний старт перед республиканским першинством. Кто поедет на его, тренерский штаб нашей команды покуль разважая над этим питанием. Экспериментуя и дает шанс юным удельникам трапить у спис Могилевской сборной. За три дня областного чемпионата наездники поспробуют продемонстрировать все свои здольности. Свои силы спробуют 15-годовые девчаты. Это амаль первые спробы выступать разом. Так Настя Дубровская и Пикадор познакомились у середине весны. Зараз и выступают, и по черзе демонстрируют свой нору. За таких относин на дистанции не обходится без помылок. Я с ним еще совсем мало занимаюсь. И очень сложно найти контакт и понимание, когда... Ну, новый конь. Очень сложно переключиться. Подчас областного першинства удельники споборничают у трех разных видах программы. Один из их – кюр. Наибольш подобается глядачам. И он пройдет у пятницу, тому есть махчимость поназирать. Там просто вы должны уложиться в определенное время, под музыку показывать все элементы, которые должны показаться по схеме езды. И за это получаются баллы. То есть проценты. Чем больше процентов, тем ты лучше выступил. Покуль лидеры сезона з'являются фаворитами и на этом першинстве, але тренерский штаб экспериментуя. Спадзяецца, до старту республиканского чемпионата з'явятся конкуренты. Это означает подрасте майстерство вучня у Могилевской школы конного спорту. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, новини региона. От первых малюнков до великой выставы. Так начинается творческий шлях маленьких мастаков. У Глузку дети во возрасте от 2 до 6 годов у арт-гуртку створают картины у разных техниках. Выник первого года у занятков – выстава у районным краязнаўчым музеі. И протяни еще раз. Аккуратненько сделай. Молодец. Под дитячий гомоны с допомогой подручных материалов на свет з'являются портреты, пейзажи авторства самых маленьких жыхароў Глузка. Дети занимаются у гуртку год и за гэты час засвоили разные техники. Бабочка из листиков, а я ее закрашивала. И травку вилочкой я делала. Я рисовала улитку губкой, клеила ниточки. Занятки вяде педагог выяўленчага мастацтва гімназіі. Ініцыятыву Алены Пятровой про гурток для самых маленьких падтрымала кіраўніцтва установы адукацыі. Детки развиваются. Они каждый вот как-то по-своему развивает. Кто-то ручки, моторику развивают, кто-то кисточку правильно держит. Но это все получается у детей. У занятках могут удельничать и батьки. Яны не только помогают малым, але и для себе открывают что-то новое. Здесь такая царит дружественная, творческая атмосфера. И вот эта атмосфера сотворчества детей, мам, пап, ну, очень вдохновляет. У каждого дитяти есть здольности до творчести. Треба только их развить, лечить педагог. Как подтримать юных творцев, у районном музее выставили более за 80 картин. Плен работы за год. Родители должны увидеть это со стороны. Бабушка должна прийти с внуком на выставку. Ребенок должен почувствовать, что рисовать – это вообще, это просто космос, что ли, потому что он в таком возрасте он может пойти на свою выставку в музей. Алена упэўнена, гэта выстава только початок их с малыми творчага шляху. Для творчести узрост не мае значения. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, новини региона. Еще больше новин на нашем сайте tvrmogilev.by. А я с вами развитываюся. До встречи в эфире.